Температура за бортом 5 градусов по Цельсию. Скорость ветра и направление 5 метров в секунду, юго-восточный. В бой, парни! Я таких пробивал, пробиваю и буду пробивать! Не самый большой, но и не самый маленький! Пух, пробили! Мне кажется, они там плачут! Я таких пробивал, пробиваю и буду пробивать! Эй, сынки! Гляньте, что там с гуслей? А без гусли-то тяжко, да? Жахнут, танк уничтожен. Но я клянусь, восстановлю машину и надеру им задницы. Перекрестились и в бой, не ссать, сынки. Есть пробитие! Я таких пробивал, пробиваю и буду пробивать! Готов! Ты еще на писе мутной каплей висел, а я уже воевал. Вот уроды! Нам в гуслю зарядили! Я таких пробивал, пробиваю и буду пробивать! Автоприцел активирован! Потеряли цель! Но шупай, чувствую, он где-то там! Я таких как орешки щелкаю! Цель захвачена! Молодцы! Эй, стой, куда? Thank you.
Автоприцел активирован! Цель потеряна! Старые гвардии, привет! А остальным, парни, соболезную! Пробили, попали! Мы еще какашками их забросаем! Ну, хоть в гусеницу пробили! Не, ну как же ты, ну ёшкин кот, ну! А без гусли-то тяжко, да? Хоть в гусеницу пробили! Вот это самое обидное! Попали, но без урона! Готов! Автоприцел активирован! И пробили! И повредили! Ну, классно же! Опа, малыш! Захвачен! Отставить преследование! Автоприцел активирован! Эй, стой! Куда? Цинки! Одним меньше! Меня всю жизнь учили убивать. Поехали, парни! Пущай с гуслей мучается, а мы пока перезарядимся. Не понимаю, как вы в гусеницу-то попали? Гринпис нас сожрет! И пробили, и повредили, ну классно же! Эй, сынки, гляньте, что там с гуслей? Ух, хорош, как нож сквозь масло! Есть, голубчик! Гусеницу повредили собаки! Пробили! Отлично, парни! Походу, насквозь прошла!
попался, голубчик! Есть пробитие! Отставить преследовать танк уничтожен, но помните, нас ждут наши дети и наши бабы!